Бывший ректор Сибади Владимир Керничный был задержан оперативниками ФСБ. Арестовали 43-летнего профессора по подозрению в присвоении денежных средств в особо крупном размере. В его квартирах и гаражах прошли обыски, сейчас он находится в следственном изоляторе и проведет там ближайшие 2 месяца. Керничный возглавлял Сибади последние 6 лет и только в октябре прошлого года оставил пост. Пока следователи не раскрывают всей информации, известно лишь, что Владимир Керничный принуждал своих подчиненных возвращать ежемесячные премии и доплаты. Удалось установить, что таким образом он присвоил почти 4 миллиона рублей. Максимальное наказание за такое преступление – 10 лет лишения свободы. Центральным районным судом города Омска по ходатайству следственного отделения управления ФСБ по Омской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судебное решение было обжаловано стороной защиты в апелляционном порядке. Сегодня, 23 мая текущего года, судебной коллегии по уголовным делам Омского областного суда решение Центрального районного суда осталось оставлено без изменения.